сейчас капусту будем делить. Опять сюда. Ничего так. Вижу руки, тяжело. Может, вы поможете. Твоя ножа не тянет. Нет, до дома мне кто поймет. Вот они все, до дома. Сумки, кто поймет? Нет, чьи сумки? Еще один. Как хотите. Дома будете думать. Обязательно. Страдать. Какую? Такая сумка была хорошая, да? Прошу, я говорю. Не слушайте. Да ладно, красивая. Скажите, заказать. Вадим, возьмите, пожалуйста. На следующую установочку сделать. Какой следующий? Следующий еще в Обинск. Какая в Обинск? Обыкновенная. А, нет, тогда не надо. Вы следите за процессом. Процесс как идете. Иди в будущее. Вот тут уже, короче, куртки валяны и все. Домой хочется. Нет, не надо, нет. На поликлинике, пожалуйста. Как нажать, чтобы вообще? Зачем поговорить? Не хочу. Человек волнуется, что значит не хочу? Не хочу. Нет у меня настроения. Ну и что? Да. Желтая куртка мне понравилась. Купленное пожелание, ну ничего. Пожелание. До свидания. Сказал всего, не надо звонить. Вы не сажете, когда отдыхаете пока. Я на вас заслужил, видите. Созерцать. Ну ты даешь. Молчи, не только не это. Все, встали опять. Чего стоит? Пробка.
Вы там со мной садитесь. Остановку, пожалуйста. О, да. Останьте меня, ради бога. Курносы. Как второй вариант будет, то подскажешь мне? Да, конечно, обязательно. А где это? А? Я не местный. Где это? Я не местный. Я не местный. Ты американец? Да. Будет? А может ты африканец? Не, лучше француз. Нормально. А я русский. Ответь. На, ответь ему. Да я на русском на, не могу. Да я не могу разговаривать. Останьте американцев. Достали. Тишину люблю. Африку люблю. Ты правда русский? Конечно. Алло. А я кто? Ля, ля, ля. Еще раз, что? Да, на лезгина похож. Нет, 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 Дмитрий Викторов, нет, нет, ноябрем будет, все. Да, 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 ага. Нормально, ты мне понравился. Такой я Дагестан. Я куда нажать, чтобы она больше не звонила? Что мы сейчас слышим, разговариваем. И когда мы вообще проверим. Следующий. Слава Богу. А это Европа, я знаю. Я тут живу. Хороший магазин. А? Магазин хороший. Ты тут ходишь сейчас? Да. Кушать хочешь? Пивка, ну, водочки покупают. Водочку пьешь? Ха! Я так не знаю. Я ж не пьющий. А что делать? Каждому свое. А? Он пьет, а мы на хлеб намазываем да и жуем. Да. Ну почти все. Бывает. Да. Ты в Америке не был? Нет. Не знаю. А булка. Знаешь, не едет. Девушка. О, опять. Возьми два. Да, баба. Я в маршрутке еду, я не могу разговаривать. Люди тут кругом. Все сказала. Следующий вам маршрутке, девушка. В маршрутке еду люди. Не верю. Сейчас выходим, да? Опа-на. Ну он тормозит нормально.
остановку.